что вы видели все, что какие-то наветы на меня, фейки и так далее. Конечно же, ложь. Я вам скажу, почему. У меня есть переписка. Вы с кем имеете дело? С адвокатом. Блестящим. Несмотря на то, что меня лишили этого статуса. Пассивная агрессия. У меня все за протоколе. От и до. От и до. Все. До последнего слова. Поэтому ля-ля про какие-то там страйки, шмайки, деньги, хуейки. Не надо. Вот не надо этого. У меня все на руках. Поэтому эту тему лучше закрыть. Ля-ля. Что касается всего остального, как я уже говорил, канал существовал до, канал будет существовать после. Это канал Марка Фейгина, на котором он будет устанавливать правила. Никто из гостей, как долго бы он ни находился здесь, не будет мне указывать, что и как мне делать. Никто не будет меня шантажировать своими эфирами. Этого никогда не было и никогда не будет. Над Фейгином никогда не будет никаких, блядь, начальников. Никто не будет финансировать меня на стороне и указывать, мне будешь делать.